Всем доброе утро. У нас время 25 минут восьмого. Оксана, стой. Покажи немножко, подними. Одела новые сапожки, да? И в куртке в этой, и со штанами, и портфель. У нее почти все одного цвета, да, Оксана? И шапка даже. В целом едем, кто в школу, кто куда. Муж отвел Марину, а мы идем к дороге. Ребята, мы приехали домой и привезли Ксюшу, да, Ваня? Ксюша это? Ванечка, подожди, дай мама покажет. Ксюша. Ваня, убери руку, пожалуйста. Вот такая вот наша Ксюша. Тебе. Вот такая Ксюша. Одну мечту ребенка мы исполнили, да, Ваня? Да, красивая Ксюша. Дорогие друзья, я уже приехала с Соликамска. Как вы знаете, я выполнила одну мечту ребенка. Это привезла ей попугая. Остальные мечты я вам позже покажу, но уже перед Новым годом. Сейчас покажу, что я еще купила. Сразу говорю, я купила в маленькую комнату линолеум. Также купила два матраса тоненьких в светофоре. Мальчикам в комнату для обновления немножко. Сейчас покажу, какие продукты взяла. Так, ну давайте вот с этих начнем. Первое, взяла вот такое вот печенье, сдобное, домашнее. Тут вот коробочку. Дальше печенье взяла, куравье, коробочку деткам. Губки моющиеся. Так, ну давай вот с этого начнем. Тетради 48 листов, жизнь и природа. Извиняюсь за шум, там просто попугай чирикает. Дальше взяла чай королевский сафари. Колбаску докторской вареная папа может палочку, и также колбаску еще вот такую, ветчина по-черкизовски. Вот попробуем, если понравится, потом еще такие же возьму. На Машеньку убирай. Оксана, подожди. Также колбасу взяла краковская, высший сорт, стандарт. Маша, держи. И вот такие вот традиционные две упаковочки колбаски. Такие вот копченые. Тоже на праздники нам все понадобится. Дальше давай покажу, что я взяла. Сыр голландский 584 грамма. Сыр голландский 586 грамм. Дальше сыр костромской на 278 рублей. Маша, держи, Машенька. Тут у меня стоит, помогает мне доча, молодец. Сыр Эдам.
и сыр Гауда. Вот такие вот 5 кусков сыра взяла деткам. Дальше купила вот такие вот конфетки. Такие мы еще не пробовали конфетки. Мусики. Жевательные конфеты микс. Прибираем сюда. Ваня, подожди. Ваня. Так, дальше. Сдобные творожные печеньки. 3 пачечки взяла. Подождите секунду. Так, дальше продолжаем. Что взяла? Взяла зеленый горошек, 2 баночки. И кукурузы, 2 баночки. Вот по 2 баночки взяла. Их отставлю сразу сюда. Вот они будут. Салатики делать. Дальше взяла вот такую вот кастрюлю на 9 литров. Что-то 500 с чем-то рублей стоила. Недорогая. Потом увидала вот такие вот гирлянды. У меня Света просила гирлянды шторы, но вот сказали, что они вот так вот весятся, как вот по картинке. Ну, проверим, посмотрим. В светофоре они, по идее, недорогие. 300 с чем-то рублей. Дальше взяла детский шампунь Тик-Так. Потому что наш шампунь очень быстро заканчивается. Соус для ребятенка Егорки. Он любит такой соус. Вот взяла. И решила взять вот такой вот рис для салата на Новый год крабового. Чтобы не варить такой рис, а вот такой пакетиками взяла. Тут 8 пакетиков для Нового года. Дальше. Купила детское мыло с кремом. У нас мыло быстро уходит. Также взяла хрен. Я вроде горчицу брала, мне почему-то хрен попался вместо горчицы. Видать, перепутали мы с подругой. Ну ладно, я, короче, брала горчицу, а она хрен брала. И мы, видимо, перепутали. Ладно, прибери пока в холодильник, завтра отнесу, отдам. Дальше рулет вот такой с черникой взяла. И рулет взяла с крем-брюле. Ребята, купила форму для запекания, большую, круглую. Потому что у меня одну форму нынче разбили. Ну ничего, вот такая вот форма. Дальше, что я купила? Сельдь натуральная баночку взяла. Также взяла сельдь. Такую баночку сельди взяла. Взяла на пробу кальмар. Вот не ела ни разу, такой не пробовала в баночке кальмара. Если понравится, потом еще куплю. Сейчас сразу же мы ее откроем и попробуем. Потом дальше вот такую вот сельдь взяла. Супики где-то варить. Взяла разные, ребята, икры. Детки у меня любят такую икру, но я редко беру, как бы, ну, вот такую вот. Вот такую вот икру купила. Тут три. Потом икорный соус взяла какой-то. И горбуша скумбрия взяла вот такую вот. 3 баночки икорки. Дальше по просьбе детей купила капучино. Им очень он понравился. Ну, мы тогда другой брали, но того не было. Потом дальше купила какао, крош какой-то детский с витаминами. И также купила горячий шоколад. Это уже для деток. Также для деток я взяла вот такие вот напитки. Да, Катя, это ведь? Деткам они понравились. Они меня попросили, если мама поедешь, купи еще. Купила. Также купила еще одна икра, тут 4-й икринный соус. Дальше что купила? Это вот такие вот червячки деткам. И, ребята, взяла мясо. Свинину, светофоры. Ну, тут, наверное, немножко упало. Я показывала уже потушить конфеты. Вот такие вот мясо. Пилки тут какие-то попали. Потом разберу все, переделаю. Мясо тут большой кусок. Вот он. Видите? Очень большой кусок. Вот такие вот в целом покупки. Сейчас еще вам покажу матрасы и все. Ваня, на! Берем, Оксана, Марине отнеси сразу. Вот такие вот все у меня покупки. Пишите комментарии, как вы думаете насчет моих покупок. Самое главное, это для Маши попугая привезла. Ну, он, по идее, не только для Маши, он для всех. Да, я знаю, что многие писали, Маша же хотела Кареллу, а купили неразлучника. Ну, Карелла дорогой, мы поговорили с Машей, да, Маша? И Маша, стой, Маша, и ты согласилась, да, на неразлучника? Она согласилась, ребята, на него, потому что Карелла, ну, очень дорогой. Так, ладно, дорогие друзья, вот такие вот у нас дела. Девочки помогают мне разбирать шкаф. Все, да, Катюшенька? Тебе надо подавать? Ваня, ты что там таскаешься? Да. Катенька там, вот видите, все аккуратненько складывает. Молодец, умница, прибирает. Она у меня тут посуду помыла, пока мамы не было. Да, Катюша? А, еще... Кать, давай подарки. А вот тот в коробке чей подарок стоит? Светим?
Давайте я покажу подарки ваши. Возьми, Мариночка, еще возьми. Хорошо. Все, иди отсюда. Давай я сначала Свете покажу. Так, это Свете дали новогодний подарочек. Ну, по три возьму. Многие удивились, то, что мы всегда их показываем. Ребята, мы всегда все кульки открываем сразу и ссыпаем все в одно место. Поэтому не удивляйтесь, каждой семье по-разному. У Егора Ныча вообще, например, не было кулька, потому что на Новый год он сказал, мне не надо сдавать никакой кулек. Так, что у Светы было? Печеньки вот такие вот были. И сейчас мы посмотрим, что за конфетки. Они, правда, говорят, уже тут брали, ели, поэтому вот так вот вафелька вот такая вот. Так, потом вот такие вот всякие конфетки у нее тут были интересные. Ну, вот в целом, такой вот тоже кулек неплохой, ребята. Маша, помоги мне сложить. Мы как-то не... У нас нет такого, что вот делим это все мое, не трогайте никому. У нас нет, ребят, такого. У нас все друг с другом делятся. Так, это у кого кулек был? У Кати. У Кати. У Кати два чокопая. Маша, открывай коробку, я не могу так. А, потом... Ваня! Ты сегодня сколько съел уже? Ну-ка, дай покажу, что за конфета. Вот такая вот конфета. Ваня ее сдвинул. Так, потом зебра шоколадка. Тут у нее Марс. Всякие такие конфеты разные-разные. Так. Вот такие вот разные. Там, слышите, у нас попугай уже чирикает. Маша, тебе понравилось попугай вообще твой? Да. Ты довольна? Да. Один, вот так вот. Вот такие вот, а? Ну, там телевизор мы включили, чтобы попугай на телевизоре чирикал. И наш попугай под него чирикает. Вот такие вот, ребята, в целом конфетки были. Подарки, ну, вот в красивых коробочках. У Кати вот в такой коробочке, у Светы вот в такой. Вот эту на коробочку освободите, я Егорке на Новый год кулек сделал, потому что он без кулька остался и некрасив. Вообще-то я ему, по идее, купить хотел кулек. Ну, вот гирлянды мы сейчас проверим, повесим, да? Сейчас будете вешать? Девочки сейчас хотят, поэтому проверим, потом вам покажем. Ладно, вот такие покупки были. Сейчас покажем, какая будет гирлянда. Матрасы, ребята, вот такие вот купила я в Светофоре. Наш тоже чирикает. Что-то Маш говорит, что не чирикает. Два матраса взяла Ильюшки и Егорки, чтобы немножко поменять матрас. Ну, вот такие в целом два. Так, ребята, сейчас будем нашей Ксюше менять все. Марина, подожди. Мы покупали с Машенькой вот такие вот палочки. Потом мы покупали вот такой вот корм для него. Да, да, ты прям чирикаешь. Вот такие вот ракушки. Палочки, они внутри вот такие вот. И поилку мы купили новую, потому что та текет. И мы вот с Машей выбирали, да, Маша такую взяли. Вот такой вот попугай. Маш, ты сама-то как? Довольная? А вот это корм. Да, это корм. Сейчас мы будем менять. Сейчас я достану у нее кормушку. Так, Ксюша, я тебе. Она кусается, ребята. Она не ручная. Она вот так вот кусается. Сейчас я ее поменяю и покажу вам. Держи. Я сейчас буду вешать ей туда палочку. Это, Ваня, нельзя. Это будет тяжелый случай. Ну, вот так вот повесим ей палочку. Мы пока решили одну повесить. И Маша сейчас... Давай сюда корм. Просыпала, что ли? Немножко. Так, покажи, Света, внутри какой корм. Вот такой вот корм внутри. Он хороший. Там все есть, всякие добавочки. И сейчас мы ей насыпем тихонько. Сейчас мы ей свежий кормик насыпем, вкусненький. Мариночка, подожди, сейчас мы ей насыпем. Ваня, убери ручки. Не надо тебе, Марина тоже не надо, Марина. Мариш, я сама, хорошо? Сейчас, потому что она, видишь, еще кусается немножко, она еще пока это не обжилась с нами. Вот когда она с нами обживется уже, тогда и... Вот кормушка мне тоже не нравится. Надо другую кормушку купить. Потому что мне это очень не нравится. Она ее закрепляет. Тут резиночка была. Где она, резинка? Резиночка здесь лежала, ребят. Потому что так она у нее слетает, эта кормушка. Хозяйка, с которой мы ее купили, она сказала закреплять резиночкой. И сейчас повесим ей поилочку новую. Это ты что, у хозяйки собрала? Да.
Вот и все. Ну что, хозяйка ушла? Да, вот такая вот у нас колокольчик. Ксюшенька наша. Тут что-то на столе бардак. Корм я ей насыпала. Все. О, Ваня! Ваня оторвал колокольчик. Это не Ваня, это какой-то кошмар. Одну палочку мы приберем на потом, пускай одну сначала сгрызет. И вот теперь у нас новый питомец. Вы довольны, дети? Да! Да! Ты его не сломал. Напишите, как вам. Да. Вот такой вот, ребята, у меня сегодня будет влог для вас. Надеюсь, вам понравится. В магазинах сразу говорю, ничего не снимала, потому что мы быстро все это делали. Времени не было, и приехали мы уже, к сожалению, поздно. Поэтому пишите ваши комментарии. Дети уже попили сок. Этот самый быстрый выпился. Апельсиновый немножко, а зеленый даже еще никто не пил. Завтра мы хотим сделать из него мороженое. Зальем в форму и поставим в морозилку. Будет вкусный фруктовый лед. Ладно, вот такое было видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем говорю до завтра, всем пока-пока. Мы повесили гирлянду. Вот такая вот она коротенькая. Привет, давай баюшки. Вот такая вот гирлянда. Ну, детям понравилось.